Ну, а мы продолжаем. Посмотрите, что ну это? Ну что ж, Надя, ты помнишь, когда эта куртка появилась в нашей студии? Все подходили и говорили, что это за мех? Ну что ж, дорогие друзья, встречайте, стильная куртка для стильной женщины «Дельта». Дельта, действительно, а Дельта по цене, я имею в виду скидку, у нас составляет 600 рублей. 600 рублей вашей прямой экономии. Представляете, пока еще действует скидка по цене премьеры 3990. И это нарядная шубка, ой, нет, не шубка, а выглядит как шубка. Я просто пошутила, это просто комфортная, мягкая, элегантная куртка, которая напоминает мне стриженного кролика впереди. Мешку с лаковой кожей. Вы только вдумайтесь в эти слова. Сколько может стоить такая куртка? На нашем канале она стоит меньше 4000. Снимайте трубку, набирайте номер срочно. Здесь я вам даже 2 минут на раздумье дать не могу, потому что эти куртки улетают очень быстро. Надя, сейчас мы внимательно вглядываемся в ткань. Помнишь, ты сказала, что это шубка, так вот эта мягкая плюшевая ткань, дорогие друзья. И она частично украшена лаковыми вставками. Вы только посмотрите, что творят самые последние новейшие технологии. Они позволяют сейчас выбирать стильные куртки Дельта. Но готовясь к программам, мы часто ходим по магазинам и уже подбираем себе, чтобы обновить наш гардероб на осень. Так вот, дорогие друзья, такая куртка, аналогичная куртка в магазине стоит почти 8000 рублей. Почти 8000 рублей. Зачем, скажите, пожалуйста, на милость, мне переплачивать 4000? Вот зачем? Зачем я буду это делать? Я не буду этого делать. Я смотрю телеканал Shop & Show. И если вы смотрите нас сейчас, то вам повезло, потому что вы получаете, да, цены у нас ниже, чем в магазинах, но сейчас вы получаете еще и дополнительную скидку премьеры на новую осеннюю коллекцию. Она составляет ни много ни мало 600 рублей. Итого, за эту куртку вы отдадите, за вашу куртку Дельта, вы отдадите меньше 4000 рублей. Кстати, бесплатная доставка, вы видите стикер снизу экрана. Это значит, что эта куртка приедет к вам по бесплатной доставке. Ну что ж, давайте посмотрим на Любу. Наша Люба носит 52 размер и выбирает куртку Дельта размер в размер. Стильный отложной воротничок Люба приподнимает не случайно. Она показывает вам, что так вы можете укрыться от ветра. Обратите внимание, насколько прекрасно выполнена эта куртка. И качественно. Вы всегда можете украсить себя любой яркой вещью. Классический черный цвет, дорогие друзья. А нам сообщают, что в колл-центр уже поступают звонки от наших модниц, которые спрашивают, дорогие друзья, что это за ткань. Ликуйте. В состав нашей плюшевой ткани входит хлопок. Его здесь аж 50%. А это значит, вам будет тепло, потому что хлопок у нас всегда говорит за сохранение тепла тела. Ваше тело будет при этом дышать. И обратите внимание еще раз на украшение. Частичная отделка лаковыми вставками. Это безупречная куртка, это нарядная куртка, это стильная куртка. Еще и с натуральным материалом. Давайте посмотрим все в деталях. Все-таки это шикарная вещь. Нужно насладиться картинкой и заказать ее. Давайте посмотрим, Свет, сразу вот фурнитура. Я вот как покупательница, милые телезрители, я вам советую, я думаю, может быть, вы знаете. Нужно обращать, конечно, на детали. Внимание, на фурнитуру, они говорят о качестве. Посмотрите, у нас тут в изобилии детали представлены очень красиво. Конечно же, и мы видим с вами пуллер стильный, который украшен еще и стразами. Посмотрите, как они блестят. И я хочу сказать, что здесь производитель все продумал до мелочей. Совсем недавно я ремонтировала свою одежду и покупала молнию. Так я хочу вам сказать, что она в магазине стоит около 200-300 рублей. Вот такая дорогая. У нас готовая вещь. Куртка Дельта имеет еще и украшение. Обратите внимание на то, что у нас и карманы имеют также богатую фурнитуру под серебро. Посмотрите на наши кулиски, сколько здесь приятных мелочей. Да, здесь и кулиски, и изумительные концевики. Посмотрите, как они сияют. Тоже подобрано все. В общем, вы нас поняли. Все детали говорят за то, что это высочайшее качество. Давайте посмотрим еще на фасон, на крой общий. Свет, скажи, пожалуйста, вот на модели это приталенная куртка. А если у моей свекрови лишний вес, и она хочет как-то это все прикрыть, вот как ей быть? Она, Надюша, может эту куртку выбрать? Я хочу сказать, что многие женщины, кто страдает избыточным весом,
весом и хотят выглядеть при этом стройно, обратите внимание на нашу куртку. Потому что в этой куртке, а ее можно сделать еще и свободно. Люба, сейчас покажи, пожалуйста, что мы просто развязали поясок, освободили нашу кулиску, и она превращается из приталенного элемента в более свободный. Каждая женщина может фантазировать не только вот с этой курткой, но и, конечно же, дорогие друзья, если у вас размер, например, 60-й, вы можете также свободно носить эту вещь. Стильная черная куртка. Не забываем, девочки, что черный цвет стройнит каждый из нас. А это не просто черный, это интересный черный с лаковыми вставками, с пушистыми элементами подстриженного кролика. Но все это с натуральной тканью из хлопка. Представляете? То есть я так понимаю, что можно стирать даже в стиральной машине. Надя, ты совершенно права. Вы знаете, что приобретая куртку Дельта, вы забываете о химчистках. Стирайте дома при температуре 30 градусов. Дорогие мои, повесьте ее на плечики. Куртка никогда не потеряет своей формы, и ее даже можно гладить с изнаночной стороны.